Ну что ты там делаешь? Бери спортащи свои. Бери. Вообще, я за «Зенит» вообще. Ну и я буду за «Зенит». Два «Зенит» опять? Да. Слушай, сегодня же это, вечера. Ты идешь на вечеру? В смысле, вечер, что ли? Видимо, так. В смысле, вечера. Там люди танцуют, конкретные танцы. Ты же этим занимаешься. А, так я ж тебя и послал туда. Смотри, брат. Это наш брат мой. Старший. Ну ладно, что ты нормально, можешь щетиться. А что за гол? Ты видишь бороду, видишь? Может побрить, как ты думаешь? Да не, не, тебе идет. Нормально. Ну что, значит, вечером на вечере? Пошли за тавтологию. Давай. Давай, все, увидимся тогда. Ну все, что, 3-0 уже, ты что? Малой. Соня, Соня, я твоя подружка. Неожиданно, если ты первый раз. Я Ира, я Ира, я Ира. Так вот, Соня, там, короче, ребята сектанты устраивают какой-то вечер. Пойдем посмотрим что-то. Я сама организовываю это вечер. Вступаю в наш... Серьезно? Да. А что вы там делаете? Мы свет выключаем и по ногам долбим. Ну, я шучу, это я так бы хотела, чтобы... Кому наступил, того пригласил. То есть, кому наступил, того пригласил? Да, ну это в идеале. Ну пока там все потемнело. Ну вечера же. Ой, пойдем. Ир, я согласна. Пойдем. Я тем более давно уже без парня. Вот тебе флэш. Заодно я кольцую тебя. Вот по адресу приходи, да, вот это, та-та-та. Слушай, а я там точно пару найду? Ну там же темнота. Да, найдем. А там... Да, видишь, найдем. Ну это же главное терапия. Я до третьего нашла. Вот бы мне твое умение. Пойдем. Пойдем. О, ничего себе, ничего себе, вот это люди вот это ходят тут, вот это неожиданно как. О, братан, ты где ж, братан, ты чего? Ты не приедешь? Че, как один тут дурак, как буду делать? О, вообще, как совсем дурак буду стоять. Ну, я так вот буду стоять в сторонке, типа, я вообще никого не знаю. Телефон, телефон. Телефон, ну, спасибо. Господь, я слышу тебя иногда. Я на вечере все, нахуй. Смелее. Да вы меня уверены. А ну пошел отсюда! Красавчика приглашаю. А ну-ка, Нет. Пожалуйста. Вы танцуйте со мной. Здесь говорят такое правило. Топнула ногу, нужно танцевать. А вообще не вопрос, как бы я же... Мы тогда танцуем русские народные танцы. Я ж бороду отрастил специально. Это ну вообще, это моё порядок. Я дал чумаку. Не дал чумаку. А теперь Зоя! Ой! Я плясала! И он... Аккаунт в Инстаграме. ВКонтакте я напишу вам. ВКонтакте напишу. Да, вот так надо делать просто. Вот, ВКонтакте напишу вам. Как вас зовут, девушка? Зоя. Что?
Позвольте. А я должен встретиться в глаз с вашим братом. Каким братом? У меня нет брата. Это он не брат мне больше. А, ну он мой брат, но он сводный брат. Он подкидыш. А ладно, он мой брат, но я... Зоя, я... Подкидыш, пока ему распустился. Володь, ты чё пришёл? Я хочу играть. О, мне, да. Он малой. Стоп, я не знаю. Ты малой, я буду с ним. Вот, всё, она будет со мной. Да ты её даже не знал, иди чудо. А нет, ты её знал, но... Я знал. И я тебя знал. Теперь она узнает меня, все логично. Попробуй еще раз надень мои носки. Я сейчас не вижу. Слушай, Зоя. Так, да, давай, давай. Классно потанцевали. Ну что, спишемся? Зачем? Да! Давай всё. Телефон. Давай, вот я здесь, вот ВКонтакте. Это твоя фотография? Все, да, я добавил. А почему у тебя на аватарке кошка? Оп, я тебя добавил. У тебя кошка на аватарке? Да. А, нет, это мышь. Не угадал. Какая пауза странная, это мышь? А, это ты такая красивая! Сразу не узнал. Ну, ты, конечно, ты, нет, ты в жизни просто гораздо красивее, чем здесь. Я тебе смс-ку, значит, пишу. Я все. Понял. Да, звони. Че, как? Хорошо, давай. Если что, в марте увидимся.